Судебные приставы начали взыскивать задолженность должников в пассажирских поездах. На железнодорожном вокзале Чебоксар во время стоянки поезда судебные приставы предлагали должникам погасить задолженность прямо на месте. В противном случае они могли наложить арест на принадлежащий должникам фотоаппарат, сотовый телефон или иное имущество. Буквально за несколько минут до отправления поезда отъезжающие горожане оплатили свои просроченные штрафы и госпошлины на общую сумму около 3000 рублей. Проверить свою задолженность можно на сайте судебных приставов, а в пятницу пройдет акция в трех торговых центрах столицы. В Мегамолле, Карусели и Шупашкаре можно будет также проверить свои долги и при необходимости их оплатить. В Чувашии прошел рейд «Нетрезвый водитель». Инспекторы в этот раз решили проверять водителей не на центральных улицах, а на маленьких внутриквартальных территориях. Если у водителя обнаруживались признаки алкогольного опьянения, ему предлагали пройти медосвидетельствование. В ходе рейда задержаны в нетрезвом состоянии 22 человека. Мы у вас вообще телефон не трогали. Только телефон сейчас я вам передал. Точно? Видите, у меня на руке не оказывали сопротивления? Нет, как я могу оказать? Они мне специально перетянули, чтобы у меня рука не двигалась. У меня синяя уже.